Вот. Что? Нас никто не смотрит, Серёня. Никто нас не смотрит. Добрый день, Даш, сколько раз в неделю ты ходишь в зал? Попа, ноги, у тебя огонь. Привет. Серёня, поздоровайся. Серёня занят. Я его отвлекаю от дел. Да, Серёж, сколько бицуха. Привет, Серёга. Вот наши. Привет, привет. Здорово. Здорово. Здорово всем. Сам не Жиронова. А мы вон какие худенькие. Смотри, какие у тебя скулы, Серёнь. Какой ты красавчик. Так, у тебя голос стал приятнее, спасибо. Привет, Корея. Здорово, здорово. Вот тут Серёня. Что делаешь, Серёнь? Ну-ка. Чё ты такой серьёзный? Я беру свои слова обратно. Звука нет. Как нет звука? Серёнь, нет звука. Как нет звука? Звук есть. Она слышна? Есть, говорят. Скажи, мы вчера ходили в кинотеатр. А мы вчера ходили в кинотеатр. А что сейчас сказать? Как фильм тебе? Какой фильм? Фильм мы смотрели вчера. Отшлёпай Дашку, говорят. Какой вчера фильм там смотрели? Nice Guys. Nice Guys. Славные парни. Слушайте, какая-то... Да, в переводе... Это какая-то хрень вообще, а не фильм, если честно. Это хрень просто полнейшая. Ну, мы чуть-чуть посмеялись, конечно, и могу сказать, что все любители очень страшного кино, да, там все вот этой херни. Welcome, вам понравился этот фильм? Нет, это любители криминального чтива и подобных фильмов. Это разные совершенно жанры. Ну, зато мы больше смеялись на иллюзионистах, да? Иллюзионисты, блин, вообще тут иллюзия обмана, вторая часть, дурацкий фильм. Вообще не пойму, этот был намного лучше, но очень долгий. А «День независимости» смотрел, спрашиваешь? Еще не смотрели мы. Хотели на него пойти, но... Что делаешь? Не решили не идти на эти самые... На эти штуки инопланетные. Вот. Не, не жарко, не жарко, мне скучно. У нас на самом деле... Ой, извини, Серёня. У нас дома одна погода все время, да? Хреновая. Слушайте, мы сегодня... Сегодня проводка что-то завоняла. Мы сегодня встали с утра, вообще кофе нет. Кофе нет. Сгорела микроволновка. Короче, проводка что-то произошла. Да, чуть холодильник не испортился. Что еще у нас? Микроволновка сгорела. Еды нет. Еды у меня полно. А у меня нет еды. А ты как говоришь, мои? Ну, так я давай, а где чего? А в холодильнике где чего? Ну, пришлось какой-то рис варить. Гишницу ели сегодня. Бицуху, тут какой-то парень докопался до тебя, Серёнь. Бицуха, у тебя сколько? Он какая у меня огромная. 40-45. У меня пальцы не помещаются, вот смотрите. Оп, смотрите, сколько у меня еще, видите, это вот, у меня сколько пальцев еще. Сколько здесь? Вот это вот еще 3 раза. Серёнь. Видите, что он тут что-то там делает, с какими-то бабами переписывается постоянно. Под названием Кирилл. Кирилл Иванов. Он пишет за год без формы нормально, да нет у него. Так, ты сейчас еще одно слово, и чего ты пойдешь в бан. Бан, бан. Ты давай, понял, ты понял? У Сереги самая здоровая большая бицуха. Самая большая, да, бицуха ты, из ты. Бицух. В этой комнате. Смотрите, а знаете, что Серёня боится щекотки? Ты сейчас слетишь у меня опять на пол. Так, ты давай-ка не это самое. Серёнечка. А, какое у тебя игривое настроение. Что ты делаешь, Серёнь? У тебя рука длиннее, можешь ты подержать чуть-чуть? Ничего. Давай. Даша всё-таки красивая, конечно, девица. Тут говорит, тут пишет. Не щекотай. Я люблю Дашу, что мне делать? Какой-то Николай пишет. Даша любит Мила Брыслова.
Пиши, пиши мне, что мне Серёнечка, я ревновала. Серёжа. Тащи меня. Даша упала у нас. Да что она защекоталась? Подожди, подожди. Ты потому что Даша, лизни его в ухо. В ухо? Нет. Ничего тут такое. Какой-то Ахмедов Хусейн нравится ваше фото, Дашенька. Ну и что же поделать? О, кстати, ребят, вы видели меня? Представляете, Серёжа помог мне... Ну что ты делаешь-то? Серёжа помог мне сделать этот самый канал. И вы представляете, он... Все его подписчики ко мне перебежали, да, у меня, да, знаете, не, сколько уже? Не все, какие все. А сколько у меня уже? 2000. У меня уже почти 2000 подписчиков. Это за один день, вы представляете, это все его подписчики. Все подписчики, все его подписчики. Да, если так за день бы подписывалось тебе по 2000, то через месяц я был бы уже 60 тысяч. Будет, будет, будет. А через два месяца 120. Через 380. Все, будем миллионерами, будем золотыми кнопками. Что там пишет? Говорят, что видео им очень нравится твое. Че, честно? Ты врешь, ты соврешь, Серёнь, ты врешь. Так, Серёга, кнопку серебряную ждешь с Ютуба, да. А, посмотри, как ты показываешь меня, Серёжа. Что там такое? Что там такое? Что там было видно? Шарики там. Да? Да. А так тогда будем спокойно. Я и Даша. Да, отличный ракурс, Сереж. Так, ну ладно, что у нас тут? Все, все отписываться начали, Сереж. Заигрался? Расскажите, какие планы на выходные? У кого что? Что интересненько? Смотри, как у меня нога здоровая. Толстенная. Ну все, Серёж. Покажи всем на руке, что у тебя. Это Мих... А тогда мне... Да можно я лицо, а не задницу смотреть? Это Михмендия какая-то. Это... Михей. Джуманджи и Михей. О, пишет что-то кто... Ну, прочитай. Мехмеди. Мехмеди, да. Это у меня подружка, пачка Олеська. Михенди. Она делает такие штуки, она... Махмед. Махмед за руку меня схватил. Она делает такие штуки, короче. Это Мехмедия вообще. Мехмедия. Мироновская. Мухаммед, укуси Дашу. О, так вот заблокируют. А что она пишет, что я транс? Потом заблокируешь. Даша, пойдем в парк погуляем, как он достал меня этот. Нет, не надо, пожалуйста, да. это хороший парень. Хороший. А что он пишет? Он, надо его заблокировать. Он пишет, что ты хороший, приятный. Нет, пишет. Он вечно там что-то к тебе клеит. А, это ты ревнуешь, это ты ревнуешь. Так прекрасно. Сережа. Че пишешь, Сереж? Требует она ляшечку. Дашь, сколько тебе? Она не русская. Дашенька, у нас, да. Что, расскажите мне опять, Серёга. Что там пишет? Серёга заступается. Заступается. Кто там у нас уже пишет тебе? Даша красивая. Надо тебе трансляцию добавить на рончичек. Расскажите, что вы делаете на этих выходных? Может быть, что-то посоветуете нам, куда-нибудь сходить? В Финляндию, например. Да, вот мы, кстати, ребят, мы собираемся уехать в Финляндию ненадолго, да? На пару денечков. Может быть, у кого-то есть какие-то там знакомые, может быть, там кто-то в Финляндии. Что-то покажете нам, расскажете. Где лучше остановиться? Ну, то есть, как бы, мы посетим, скорее всего, Хельсинки, да? Там Даша, Сачка, читай. Даша умом не понять, ее надо чувствовать. Даша, он чувствует. Серёж, серьезный вопрос к тебе. Серёнь, ты же меня можешь понять? О, умом. Да. Серёнь.
Что-нибудь. Правильно едите. Ты хочешь поделиться с трансляцией? 40 человек тебе мало, Серёнь? Смотри, какое у тебя здоровое лицо. Я зубы. Не, грудь Сереж, остается. Так. Какое накачать. О, ничего себе, какая голова. Какая у меня голова, смотри, большая. У меня там папа живет, говорит. Не там мой папа живет. Ну ладно, на чат у нас. Ну, у тебя телефон, конечно. Ты снимаешь ужасно. Разбитый весь телефон твой. Долго не надо с ним общаться, на самом деле. Мама говорит, сколько? Что это очень скучно смотреть. Да? Сколько надо пообщаться? Максимум 10 минут. Если что-то, ну, давай еще 5. Ну давай. Как накачать ее, чтобы она спрогрессировала? Кого ее? Не знаю, грудь, наверное. Может быть, уметь эту губу верхнюю. Без микроволновки подсушитесь. Лучше. Блин, да нет, мы... В том-то и прикол, что мы заказываем себе еду готовую уже из Grow Food. И микроволновка — это была наш лучший друг. Да? Теперь приходится нам есть БПХи. Какую БПХи? Едим БПХи. Бомж пакета. Со вкусом курицы. Даша никого вообще не любит. А что, мы ели недавно? Когда? Давно было. Оп, ничего себе, тут надо кого-то блокировать всяких этих. Привет, Краснодара. Привет, Краснодар. Когда у Дарьи уже вышло первое видео? Адская Наварская у нас канал. Да, Дашенька? Угу. Вот. У Дашеньки уже 2000 подписчиков и 12 тысяч просмотров. Представляете? 12 тысяч посмотрела Дашенька. Привет, Игорь из Минска. Че еще? Даша, есть пресс тебя? Да. Сломал мизинец на руке, завтра на тренировку. Всем добра. Дашенька недавно тоже сломала у нас пальчик. Маленький пальчик на ножке. Там такой, вот такой мой пальчик. Мизинчика. Может быть, вот такой там у меня маленький пальчик. Теперь он стал ровненький у меня. У меня был он вот такой. Отстань! А и сломался, стал он такой. Так, даже когда новое видео на канале будет у тебя? Ну, планирую 2 раза в недельку выкидывать какие-нибудь дурацкие видяшки смешные и раз в 2 недели лайв. Да, Серёнь? Лайв. Лайв. Ой, я заблокировал не того человека. Отлично. Мерузхан какого-то заблокировал. Черт. Ну, потом его достанем из списка, да? Не знаю. В смысле? А как там? Там нет черного списка разве? Да есть, наверное. Вот такие дела. Так что мы поедем в Финляндию. Да, мы поедем в Финляндию, а сегодня что нам делать? А? Сегодня надо встретиться там, вся, мне надо снять видео еще. Напишите, ребят, может быть, какие-то прикольные, какие-то классные мероприятия в Питере есть сегодня, которые надо посетить. Опель не починили пока. Нет, да, в среду. Может завтра. А сегодня какой день? Сегодня не воскресенье? Сегодня вторник. Вон, я сегодня воскресенье. Даша, покажи пресс, давай щелчок. Привет из Орла. Сережа выслал уже разжигатель. Все выслал. Все выслал, все едет. 4 посылки это стал на прошлой неделе. Ты какой-то грустный. Тебе надо искусственное дыхание. Так, привет, Благовещенск. Светишь тут свои видео. Чем я свечу там? Яичишки. Где твои яичишки? У меня твои яичишки. Так, что-то у нас. Когда новости тети Даши? Фу, йо, Ростов-на-Дону, ха-ха, искусственное дыхание. В Финляндии сходите к Белой Церкви. Так, надо в рот. Серёг, когда права купишь с Машей? Права у меня есть. У него есть права. Вот он только не хочет за руль садиться почему-то. Я говорю, я пьяная постоянно. Я говорю, блин, хоть за руль ты сядь. Он не садится. Смотри, какой у меня опухший глаз огромный. Покажи глаз.
И щеки такие, видите, как щеки нависают, смотрите. Дядя Сережа целую такой щеками на голову. Да, щеки огромные. Огромные щеки у тебя. Там его отвлекайте. А ты чего будешь делать? Посмотри, что там тебе в контакте пишет. Полина тебе пишет какая-то. Полина, Кирилл, Михаил, Гребенюк. А, это Полина, которая? Которая с Гошаном Полина знакомая, да? Угу. Что пишет? Это скидывает. Даши. Обстрел поцелуечный, обстрел. Поцелуечный обстрел. Птичка, это птичка, Серёга. Всё. Всё, ладно, чё, расстреляла. Право на самокат. Так, ну чё, всем пока. А ты чё, не тоже? А? И всем мир.